Это Микки Маус. Тоже верно. Ой, Лена смотрит и снимает. Я так испугалась, не помню. Артисты на пиво идут. Да, нет, не на пиво. Молодцы, ребят. Эй, Димка здесь. Что было? А? До свидания. Вот скажите. Ну, пойдем. Блондинки убегают. Так, хлопцы, хлопцы, покажите гитару. Вот музыканты на отдыхе. 70 плюс. Ну класс, теперь. Тут что-то вот, вот вначале у вас звук что-то там был, да? Гитара не подключилась. Не работала. Да, ну, то был, то был. Ну ничего страшного. Молодцы. Ну классно смотрится. Ставочка, это Димка. Бас-гитара вечером. Это ваши девочки, да? Поклонницы. Куда они идут? На пиво, наверное. А вдруг? Ну, а вдруг? Курить. Симпатюли. Вот спасибо. Вот спасибо. Увековечь ты нас. Да. Вот уже много у меня есть. Он еще один отстал. А чтобы ну встали все и вот шли как бы вот все время так. Ну, чтобы ну, вот, снять вот вас немножко. Ну, там так, чтобы я вот вас всех с гитарой видел. И так вот ну, идите просто. А? Я сниму. Ну, вот класс. Блондинка, идем с нами. Там интересней. Нет. Да, да ничего нет. Сейчас в лужу сяду. Нет, большая лужа. А хрен с ней. Искусство требует жертв.
ну, будущие музыканты известные. Вот такие они были в 2001 году. Менеджер Дима. Деньги давать на скрипки, на гитару. Бас-гитара, да? Нет, это ритм-гитара. Как тебя звать? Дима. Дима. Ритм-гитара Дима. Бас-гитара кто? Паша. Паша, да? Это кто? Паша Орган. Павлович, синтезатор. Синтезатор Женя. Женя с роялем. С роялем, блядь. Михаил. С роялем. Миша, да? А вы с вами, ну видите, я вас все, ну, сниму сзади, ну, на фоне города. Так, до свидания. Ну давайте. Вот так. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. До свидания. Все, спасибо.